В рейд воспитанники сада номер 74 отправились перед завтраком вместо зарядки. Пока мамы беседовали с водителями, юные помощники выдавали памятки. Доброе утро. Минутка внимания. Родительский патруль вас приветствует. Ребята, что хотели сказать? Пристегивайте, пожалуйста, ребенка своего всегда и используйте ли вы автокресло? Используйте. По возрасту? Конечно. Обязательно используйте и смотрите внимательно на дорогу. Не отвлекайтесь ни на что. Татьяна Кравцова – многодетная мама. У нее 3 сына и 2 дочери. По ее словам, такие акции важны. Необходимо призывать водителей к соблюдению правил дорожного движения при перевозке маленьких пассажиров. Объясняем родителям, что обязательно нужно пристегивать своих детей. Это в первую очередь безопасность их ребенка и безопасность вообще людей на дороге. Это обязательное условие. Сотрудники госавтоинспекции рейды проводят регулярно. В этот раз контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей. Мы обращаемся к водителям, а не укоснителям соблюдения правил перевозки детей и использования детских удерживающих устройств. В каждой поездке, пожалуйста, водители, обеспечьте безопасность своих детей. Пристегивайте их ремнями безопасности, а маленьких пассажиров перевозите в автокресле. По правилам дорожного движения перевозить ребенка в автокресле нужно до 7 лет. А после 7 способ перевозки зависит от веса и роста. В автомобиле пристегнут, используется ремень безопасности, правильно проходят. Вот здесь через плечо грудная клетка, и здесь вот на поясе. Здесь у нас бустер используется правильно, в соответствии с возрастом ребенка. Ребенку удобно, комфортно, перевозится в соответствии с правилами. Родители молодцы. В ходе рейда выявили 3 нарушителей. Всего за последние 3 месяца в Петрозаводске пресечено более 100 нарушений правил перевозки детей. Любовь Цыганова, Сергей Беляев, служба новостей.